4 кинозалы разместятся у новом гандлёво-забаўляльном комплексе, фундамент якого уже закладены. Объект будет довольно большой, около 20 тысяч квадратных метров. Это объекты торговли, промышленные группы, продовольственные группы, детский семейно-развлекательный центр, боулинг. То есть для жителей нашего города будет комплекс услуг. Ну и различные виды услуг для населения также будут предусмотрены в этом торгово-развлекательном центре. Плануют поширать и спортивную инфраструктуру каля микрорайона «Молодежная». Побач с лядовым палацем, який будет открытый сёлета, обсталюют лыжа-роллерную трассу и спортивно-гульнявую пляцовку. Их проекты зараз у распрацовцы.